Вы только посмотрите, в каких сильных колдунах к нам пришла эта милашка. Дорогие друзья, большая просьба, если вы понимаете, что у вашего малыша много колдунов, заранее предупредить администратора, потому что на это необходимо выделить гораздо больше времени, чем на обычный комплекс. Может быть, еще дополнительный час или даже два. Колтуны образуют очень-очень тугое полотно, за счет чего кожа под ними совершенно не дышит, начинают образовываться опрелости. Колтуны можно сбрить, но если мы хотим сохранить шерсть, с колтунами нам нужно бороться, а это долго и трудоемко. Ну что, сейчас мы вам покажем, как выглядит шерсть без колтунов. Она легкая, воздушная и очень приятная на ощупь. Только посмотрите, какая красавица скрывалась за этими колтунами. А как же ей идет красный цвет?